Всем добрый день. У нас, к сожалению, в Одессе очень тревожно, как на всем юге летят ракеты, шахеды, и тревога за тревогой. И сейчас возвращаюсь с Малиновки, записывал анонс по поводу службы покровым, мы там будем служить, детально будет в следующих роликах. И все мне крутится в голове один вопрос. Все мы видим через средства массовой информации и социальные сети, что происходит в Америке. И вот эти все ураганы, когда я детально как-то ознакомился и понял, скорость 289 км в час ветра, я даже не могу представить, и не дай бог вообще, чтобы когда-то я подобное видел. И вообще все, что происходит, и много там услышал всяких людей, которые по этому поводу говорят, и мне стало интересно, вот мнение наших зрителей жизнерадостного канала, как вы думаете, что это происходит? Это природа так бушует? Или же это о том, о чем говорят все? И самое главное, для чего это делается? Вот. Чему это все? Вот мне интересно, честно, почитать мнение людей, потому что как бы шаблонные, я так вижу, разговоры, и люди пишут и записывают, а вот мне интересно, что думаете вы. Поэтому буду внимательно читать ваши мысли по этому поводу. Что происходит в Америке, откуда эти все ураганы, почему они такой силы, почему именно в таких там штатах происходит, и вообще почему это все происходит. Жду.